Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, всем доброе утро! А оно действительно сегодня доброе. Мы сегодня едем дальше, просьбы зрителей показывать. Петергоф сегодня не получился, к сожалению. Он сегодня не работает. Если получится, поедем на катере, Неву покажем. А сегодня я хочу рассказать вот с утра. Вчера история интересная произошла. Просто бомба. Вот, во-первых, одному зрителю спасибо. Он Риточке перевел 2000 рублей на батут. Я не знаю, каким-то чудом он увидел это видео, там, где она хотела на батуте попрыгать. И там 2000 рублей за батут, друзья. Цены космос в Санкт-Петербурге. Для новых зрителей я расскажу. Мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге. Приехали из Голубинской. Вот. И смотрим тут на местную жизнь. Бичуем с Риточкой. Тут с дочкой Слач приехал. Повезло нам сказочно, в общем. И еще вчера была история. Один зритель видит постоянно, что у меня вот... Я взял Риточкин старый телефон, чтобы показать. Вот. У меня такая приспособа. Посмотрите. Я снимаю на ее видео. На нее. У меня все на заколхозах, как обычно. Она уже мне ломалась 1000 раз. На изоленте. Вот посмотрите. Резиночки специальные. Но это хорошо, потому что китайская вещь. Вот видите, у меня телефон держится. Здесь. Я сейчас так вот, наверное, разверну, покажу. Так, наверное, виднее будет. И он постоянно выскакивает вот из этого места. Обратите внимание. Вот. Крепежи вообще никакие, никакущие. То есть вот сейчас вот легким движением руки. Так, оп. Все, и он выскочил у меня. Так, открылась крышечка. Вот смотрите, крышка открылась. Так, надо отключить. Риточка меня убьет за это, если я телефон сломаю. Вот. Поэтому я и делаю сейчас вот так. Вот у меня тут на изоленте. Здесь примотан гвоздь. Чтобы был бортик, чтобы телефон. Видите, вот здесь бортик есть маленький. Я надеюсь, вам видно будет. Здесь он тоже был у китайцев, но он тоже сломался сразу. Поэтому вот тут вот у меня изолентой замотан гвоздь. И более-менее держится телефон. Вот почему я его сейчас и снять не мог. Но для подстраховки я натягиваю вот эту резиночку. Она, конечно, уже тут прохудилась, но ничего, работает. Вот. Тут у меня на суперклее, тут все развалилось. Шарнир развалился давно, короче. Тут ничего не работает. В первые же дни все это сломалось. Тут изолента я склеил тоже. Тут суперклей и так далее. У меня видео на канале где-то есть. Так вот, друзья, сказочно повезло. Я вам сейчас покажу, какой вот наш зритель. Тоже хороший человек. Спасибо ему большое. Он снимался, к сожалению. Ну, сами понимаете, люди не все любят. Вот. И он подарил мне вчера вот такую вещь. Просто бомбическую. Я просто в шоке. Посмотрите. Вот такой держатель. Но я его уже колхожу, конечно. Видите, резиночка. Это специальная резиночка для того, чтобы не скользили пальцы. Бывает жарко ходишь. И вот видите, скользит. То есть. И плюс еще. Она будет роль выполнять фиксатора. Вот здесь ножки, оказывается, есть, посмотрите, да? Можно ножки так вот расставлять. И чтобы они вот так вот не болтались у меня. Там во время съемки и так далее. Резиночку натягиваем, друзья. Все отлично. Теперь дальше. Смотрите. Здесь у меня микрофон заколхожен. Другого, к сожалению, нет. Вот он так вот у меня всегда висит. Люди пугаются. Вот посмотрите, когда меня видят вот с таким каким-то пакетиком, да, когда я их на них иду вот с этой палкой, некоторые, конечно, смотрят на меня странно. Вы наверняка видео смотрели, иногда люди так смотрят на меня, да, такими глазами. Я и сам-то не подарок, но еще когда вот с этой... Даже не знаю, как это назвать, штуковина. Я там, да, с ними разговариваю, это, конечно, ужас. Я их понимаю. И вот смотрите дальше. Тут есть кнопочка специальная. А ее, если долго нажимать, она загорается. Видите? И начинает моргать. Это можно типа Bluetooth связать с телефоном, но у меня не получается, поэтому она будет просто моргать, пока раздражать меня.
не отключается, смотрите. Но я, может, потом разберусь. Это очень удобно. Это как бы видео записывать, например, на паузу. Раз, захотел нажать. Не знаю, или фотографии это делать. Ну ладно, это еще что? Фиксатор здесь надежнейший. Посмотрите, вот здесь вот, я надеюсь, не надо будет сюда ничего, ни саморезы вкручивать, ничего. Смотрите, как удобно. Вообще красота. Вот знаете, как в Санкт-Петербурге люди живут, да? Это вам не деревня, друзья. Тут все по уму. Смотрите, как четенько. Дальше. Обратите внимание, он может теперь убираться в сумку. То есть, вот смотрите. Раз, я его так сложил. Представьте, какая красота, да? То есть, его даже можно в карман куда-то убрать. Мало того, что вот видите, вот там, когда видео снимаешь, он еще так крутится, да, по-разному. И это еще не все, друзья. Это просто бомба. Я не знаю. Спасибо вот этому зрителю нашему. Посмотрите. Он еще и выдвигается. Вот. Сейчас мне тут немножко неудобно одной рукой. Ну ладно, сейчас мы сделаем. Смотрите. Такая как бы получается, я не знаю, как это называется, это селфи-палка. Он еще выдвигается. Я вам сейчас покажу. То есть мне не надо будет теперь по заборам ползать, друзья, да? Чтобы вам что-то показать где-то. Я вот так вот раз селфи-палочку вытянул. Смотрите. Красота. Просто невероятно. Так. Сейчас я вставляю телефон. Очень удобно. Теперь, кстати, вот эта резинка, которую я показывал, да, здесь, она мне все время мешала телефон включать. Ну, вот, вы понимаете, да, я его так ставил, резинку натягиваешь, а здесь надо этот код вводить, и она вот постоянно, короче, мешала мне. Вот, блин, очень хорошо, я очень рад. Теперь у меня вот так вот экранчик будет пустой здесь, то есть чистый. Вот так вот раз, все хорошо. Ладно. Вставляем, как говорится, аккуратненько. Все, надежно, бомбически. И теперь смотрите, друзья. Очень удобно. Жаль мне вот так вот вам не показать. Теперь я могу, обратите внимание, летать практически на квадрокоптере. А еще дальше, смотрите. То есть теперь я беру, да, и не надо ничего колхозить. Это просто чудо какое-то, да. Я вот, например, хопа, так вот, видите, да, типа как крупные блогеры такие там идут, такие разговаривают, там, там хопа, там город показывают. Смотрите, какая красота кругом. Это Санкт-Петербург, друзья. Просто удивительное место. Удивительное место. Вообще класс. Там у меня... Камера сейчас может быть мутная, потому что у меня тут стекло разбито, все. Ну, вы видели, тут у меня едино поело его и так далее. Это нормально. Вот. Почему я еще так не снимаю с город, вот так нахожу? Потому что картинка мутная, там люди ругаются. А так, конечно, шикардос. Я просто, конечно, ну, по-русски не хочу говорить, но так, ну, в шоке, спасибо большое. Оказывается, такие удобные вещи, это просто поражает. Вот такая история сегодня, друзья, да? Представляете, какая красота? Вот так вот можно, типа, даже как будто я в окне. Нормально, да? Такие дела. Вот так, повезло, повезло. Вот не зря мы приехали сюда, я вот как чувствовал. Такой просто, ну... Давно я, конечно, мечтал уже. Но Лидочка была маленькая еще. Вот сейчас вот как раз... У детей уже кора головного мозга к этому времени начинает расти, она сейчас все это будет воспринимать как нужно. То есть, ну, чудо, чудо, друзья, просто. Вот такая короткая история. Я больше вас мучить не буду. Сейчас сделаем небольшую разминочку перед дорогой. Раз вот видите, мне здесь опять повезло, гибки есть. Красота, просто красота, друзья, просто невероятно. Вы не поверите, здесь где-то кто-то держит здесь петухов. Я не знаю где, они тут с утра, с 4 утра поют. Здесь поют птицы. Вот мне всегда везет на это, вы знаете. Вот прямо здесь птички, я не знаю, кто это там, соловьи, не соловьи, но они поют песни. Я прямо вот здесь вот живу, вот здесь вот. На диванчике сплю,
Рос-то очень хорошо. Я, кстати, еще потом сниму вам видео, как я эту квартиру ремонтировал там, в свое время. Вот здесь вот можно очень хорошие деньги зарабатывать. Здесь меня просили остаться соседи, делать дальше ремонт. Ну, эту историю я отдельно расскажу. Вот. Всем удачи, друзья. Видите, как удобно, да? Хорошо. Всем удачи, счастья. Только я не знаю, куда смотреть эту камеру. До свидания. Приезжайте в Санкт-Петербург. Обязательно в Голубиску. Обязательно. Это вот 100%. Это, ну, лето, море, солнце. Все к нам в гости. Скоро мы там будем. Поснимаем все, что нужно, кому обещал. Всем удачи. До свидания. Thank you.